Всем привет, всем привет. Мы доехали до сада. Хорошо, да, у нас в саду, Ивелиш? В саду у нас очень хорошо. У нас тепло. У нас сегодня опять обещают 30 градусов жары. Пойдем пройдемся. Приехали, конечно, засуха обалденная. Что поливала, что не поливала. Все подсохло, засохло. Какая? Пойдем сейчас посмотрим, может быть, что-то пополиваем. Папа собрался у нас косить, да, пап? Стас, а может, сегодня не надо косить? Но мне почему-то кажется, что за сентябрь еще нарастет трава. Там, если дожди пойдут, и трава нарастет. И нам придется еще раз косить. Вот здесь. А? Я снимаю. Хорошо. А хорошо в саду-то, слушай. Все, уже все флоксы процвели. Надо уже это их обрезать. Зато зацвели у меня эти многолетние астрочки. Да, сейчас флоксы подрежем. Ну, сегодня, не сегодня, может, сейчас переоденусь так. Мимозы зацвели у нас. Красотища. Бабочки летают вовсю. Сегодня жарко. Хорошо так подсушил это все. Все подсушило конкретно. Пойдем просто покачаемся. Пошли. Молока покачаемся. Thank you.
в саду вообще обалденно, просто обалденно. Еще последние денечки августа, которые можно, наверное, позагорать. Я не загораю, но в смысле вот хотя бы вот так походить, а не в курточке. Хотя бы так, а не в курточке. Сейчас, наверное, переоденусь. Пойду обрезать уже флоксы. Возьму серп и серпом. Прошлый год обрезала вот этой штучкой-дрючкой. Очень долго. А серпом потом так юх, юх. И вообще очень быстро обрезала. Что, думаю, маялась дурью. Занималась ерундой. Когда можно было все так быстренько, быстренько, быстренько обкромсать. Хорошо на улице сегодня. 33 градуса. Отдыхаем. Сколько делов наворотили, да? Я вот прошлась все вокруг, 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 да около, в общем, везде, везде. Все, флоксы уже убрали. Флоксы убрали. Здесь тоже все убрали. Это обрезали. В общем, сегодня такой продуктивный день, а папа все покосил, да? Да. Хорошо. О, сейчас тут все выкошено. Да, сейчас немножко приберемся еще чуть-чуть и домой не надо собираться. Ага. Мишка играет песочком. Все отцветшие цветочки решили убрать, чтобы так. Вот здесь мы решили вообще все скосить. Здесь уже клубника, как не клубника, непонятно что. Уже нынче очень мало было, баночку все набирал, думаю, ну нафиг, лучше здесь, блин, цветочки садить, клубника здесь уже. Ну а новую садить. А решили цветочки посадить, клубничку если захотим, то купим на будущий год. Вот так вот у нас сейчас здесь. Работа идет полным ходом. Вон там мама спряталась за спаржу. В общем, наработали сегодня. Что-то я не думала, что я сегодня столько сделаю. Я в каждом углу побыла своего сада, выгребла оттуда весь сухостой, всю малину, всякую там крапиву. В общем, все флоксы подстригла. Блин, аж пот с этого. Ну, сегодня жарко стало, кстати. Моросил немножко дождик, но это так, ни о чем. В общем, мы поехали домой обедать. Ну, на самом деле, время уже сколько? 3? Да. 3 часа. Не знаю, приедем ли мы сегодня еще. Пообедаем, отдохнем чуть-чуть. Что-то мы сегодня с собой ничего не взяли. В общем, кому понравилось, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну и встретимся в другом ролике. Всем пока.